Добрый день. Сегодня расскажем про операцию, которую уже провели Максиму. Максиму удалили новообразование, которое найден был на КТ. Удалили достаточно объемное образование, которое захватывало брюшную аорту, опоясывало, затрагивало частично семенники. Из-за этого его одномоментно кастрировали, так как были передавлены семенные канатики. Одна из почек тоже была удалена, к сожалению, потому что мочеточник был тоже передавлен на одной почке, и уже начался так называемый поликистоз. На данный момент Максим уже восстановился после вот этой операции. Чувствует себя хорошо, аппетит хороший, пьем, активничаем, просим ласки. Вот. На данный момент мы дожидаемся результатов гистологии, так как метод компьютерной диагностики показал нам на новообразование. Метод в виде цитологии указывает на новообразование достаточно серьезное, но опять же у нас остаются все равно вопросы, и основным контрольным моментом в этой всей ситуации окажется гистология, то есть она должна нам показать, что все-таки это есть. В лучшем случае, на что мы надеемся, это посттравматическая гематома, которая переродилась из-за объемных, ну, из-за объемной соединительной ткани, были передавлены мочеточники. Вот, к сожалению, мы потеряли одну почку, но с этим животные живут, это не страшно. Семенники также не являются важным моментом в жизни собаки, кобеля, так что, в принципе, это не так страшно. Наша задача теперь, чтобы это просто оказалось гематомой, просто переродившейся и с большим объемом соединительной ткани. Второй момент – это на данный момент его позвоночник, который мы не можем трогать по той причине, что нам нужно обязательно подтвердить, что все-таки у него был в брюшной полости. Если у него в брюшной окажется все-таки это гематома посттравматическая такая, обширная, то тогда дальше мы будем заниматься его позвоночником. На данный момент у него имеется неврологический дефицит первой степени, это незначительный дефицит, но для улучшения качества жизни животного будет необходимо убрать некоторые фрагменты, которые хорошо визуализируются на компьютерной томографии в области спинномозгового канала. Второй момент по поводу Максима – это все-таки операция на позвоночном столбе. Наша задача будет расчистить спинномозговой канал, провести так называемую гемиэнгектомию, то есть снять компрессию со спинномозгового канала, чтобы ликвор мог спокойно проходить. Момент операции, то есть там есть два исхода. Первый, мы будем расчищать полностью позвонок, снимать его дорсальную полностью часть. В этом случае ему потребуется стабилизация в виде трансперикулярной конструкции, которая будет выполнять удерживающую функцию того позвонка, в который мы будем вмешиваться, потому что мы удалим часть стенки этого позвонка, и он будет уже мобильный. Это очень плохо для позвоночника. В случае того, если нам не потребуется так называемая трансперикулярная конструкция, все обойдется просто ламингектомией. То есть мы удалим частично позвонок, не именно позвонок, а стенку позвонка, разгрузим спинномозговой канал, ликвор нормально будет проходить по спинномозговому каналу, и животное сможет нормально пользоваться своими конечностями. Что хочется отметить, что ситуация с Максимом намного лучше, чем с другими животными, связана именно с позвоночным столбом. Это связано только с тем, что у Максима хорошая на данный момент опороспособность, но есть видимая болезненность, это во-первых. Во-вторых, у него самостоятельное мочеиспускание и дефекация, то есть с редкими, так скажем, запорами, то есть, если это можно так назвать, потому что из-за болевого синдрома в области спины ему иногда тяжело ходить в туалет. То есть, с этой проблемой тоже надо разбираться, потому что в дальнейшем собака будет еще расти, и эта проблема может играть достаточно нехорошие шутки.